Всем привет, с вами Шошаник, автор блога usadvice.ru, все про США. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы обо мне. Надеюсь, видео будет не очень длинным, но если будет чересчур, то я разобью его на несколько частей. Я разделила вопросы на несколько тем, так что буду отвечать по темам. Начну с самого животрепещущего вопроса про мое имя. Почему-то многие думают, что это псевдоним. На самом деле, меня действительно зовут Шушаник, и моя фамилия действительно Хачатурян. Армянское имя, армянская фамилия. Мое имя довольно-таки популярно в Армении, и это тоже имя, как Сусанна, Шошанна — это еврейский вариант. Шушаник — это армянский вариант одного и того же имени, это Лилия. Так что это мое настоящее имя и моя настоящая фамилия. Значит, первая часть вопросов обо мне, личного характера, скажем так. Значит, вопрос номер один. Какой вы национальности? Ну, как я уже сказала при имени, я армянка. Сколько вам лет? Мне 28 лет. Кто ты по гороскопу? По гороскопу я близнецы. Я родилась в июне. Сколько языков вы знаете на таком уровне, чтобы можно было более-менее выразить свою мысль и понять, чего от тебя хотят? Значит, я знаю русский, естественно, украинский, английский, испанский, в принципе, смогу выразиться и понять, что от меня хотят. Французский с трудом, но, наверное, смогу, если придется. Как-то мы попали на один день в какую-то французскую провинцию, я там как-то даже изъяснялась, хотя никто не говорил ни по-английски, ни по-испански. Это было что-то там на границе с Испанией, какой-то городок. Так что да, по-французски я, наверное, тоже могу включить французский в этот список. Армянский вряд ли я смогу изъясниться, но понять, наверное, смогу, хотя в зависимости от того, как будут это говорить, потому что я понимаю только разговорную речь. Литературную я не понимаю, и говоры разных регионов я тоже не понимаю. Понимаю только разговорную речь. Какой лучше всего и какой хуже всего, как вам кажется? Ну, лучше всего, если не считать русский и украинский, то английский, а хуже всего, то армянский. На каком языке вы мыслите? Мыслю я на русском, как, впрочем, наверное, понятно, судя по моим видео, потому что я их делаю на русском, потому что это язык, на котором мне удобнее всего говорить. На каком языке вы общаетесь дома? Дома мы тоже общаемся на русском. Как вы развлекаетесь? И там, ну, другой человек задал похожий вопрос. Чем вы увлекаетесь, как проводите свободное время? Значит, самое большое хобби это большой теннис, в который я играю, наверное, минимум раз в неделю, но чаще всего 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Ну, а развлекаюсь, мы часто любим ездить в парки, ну, я имею в виду природу, не аттракционы. Аттракционы я, кстати, не люблю. На природу я люблю ездить. И в кино очень люблю ходить, но больше всего я люблю независимый кинематограф и некоммерческие фильмы, которые, к сожалению, в Америке не так много. В кинотеатры здесь очень сложно такое найти. Но иногда, когда бывает, то люблю пойти в кино. И часто мы играем в боулинг, тоже очень люблю играть в боулинг. В Нью-Йорке мы еще играли в бильярд время от времени, но как-то в Калифорнии мы уже пару лет как не играли совсем. Так что развлекаюсь я таким образом. Хотя, к сожалению, свободного времени все меньше и меньше. Сколько лет вы уже живете в Америке? Я уже живу здесь 5 лет с половиной. В 2008 году я приехала в США. В этом году будет 6 лет уже. Какой у вас рост? Если не ошибаюсь, то 1,75 м, но я могу ошибаться. Ваш муж американец? Нет, мой муж не американец, мой муж русскоязычный, мы были знакомы еще до того, как он переехал в США. Какое ваше любимое блюдо? Сложный вопрос. Наверное, что-то армянское или грузинское будет. Не назову какое-то одно конкретное блюдо, но я люблю мясное, там шашлыки люблю, кебаб. Люблю острое, в грузинской кухне есть много острых блюд. Ну вот, что-то такого плана. Следующая часть обо мне на профессиональную тему. Где вы учились? Я училась в Киеве на лингвистике и потом на журналистике.
И в США я училась в The New School University в Нью-Йорке на Media Studies магистратуре. Где работали, работаете? В Киеве я работала преподавателем английского в университете и еще работала журналистом на телестудии. Мы делали сюжеты для Первого национального канала. Когда я училась здесь, в США, в университете, я работала Recreation Supervisor. Это был Office of Recreation and Intramurals. Офис, который занимался спортивными какими-то мероприятиями, скажем так, в университете. И мы были супервайзерами, то есть мы организовывали эти мероприятия. И потом, сейчас, то есть я работаю менеджером по маркетингу в компании, которая предоставляет обучение иностранным языкам корпоративным клиентам, в основном сотрудникам крупных российских компаний. Это онлайн обучение, и работаю я удаленно. Какие у вас планы по работе? По работе у меня планы работать в своей собственной компании. Так что надеюсь, что это в скором времени произойдет. У вас в семье работают оба члена семьи? И да, и нет. Да, ну, по факту, да, мы оба работаем, но я работаю не полную занятость, максимум 20 часов в неделю, я работаю из дома. Так что, ну, как бы да, я работаю, но не могу прямо сказать, что это такая работа, что там нужно каждый день работать и там ходить на работу и так далее. Как получилось устроиться на маркетолога с дипломом по масс-медиа? На самом деле, в этой компании, я когда еще была студенткой здесь, в университете, я подрабатывала преподавателем английского. Как я сказала, это компания, которая предоставляет обучение иностранным языкам сотрудникам крупных российских компаний. Им нужны были преподаватели, которые знают русский, чтобы учить тех, кто еще совсем-совсем не знает английский. И ну, я нашла эту работу просто как подработку студенческую. И потом, когда я закончила университет, в общем, я как-то осталась в этой компании, они разрослись, и я продвинулась внутри этой компании и стала заниматься маркетингом и стала менеджером по маркетингу. Как вы определялись в будущей профессии, работаете ли вы по специальности, довольны ли своим выбором? Не могу сказать, довольна я или нет, потому что по специальности я не работаю, как вы видите. Я всегда хотела быть журналистом, но проработала я в журналистике, наверное, пару лет только в Киеве. Так что определялась я просто потому, что мне нравилось делать. Имеется ли у вас какой-то бизнес? На данный момент нет, но, дай бог, скоро будет. Строишь ли ты планы на будущее примерно на ближайшие 5 лет? Если да, то какие? Кем себя видишь в ближайшие годы? Какие-то именно такие конкретные планы я не строю, поэтапные, но в ближайшие 5 лет, надеюсь, что у нас должна быть уже компания, в конце концов, наш продукт, мы должны его начать продавать, и в ближайшие 5 лет я вообще надеюсь, что мы и компанию уже продадим. Но если даже нет, то мы будем очень близки к этому. Ну, я не буду озвучивать цифры, у меня в голове есть цифры, которые я хочу, чтобы наши продажи достигли какого-то момента. Но, в общем, я надеюсь, что в ближайшие 5 лет, ну, не то, что надеюсь, я думаю, что так и будет, в ближайшие 5 лет у нас уже будет компания нормальная, которая будет нормально работать, и будет несколько продуктов, которые мы будем делать и продавать. Кем я себя вижу в ближайшие годы? Я вижу себя кофаундером нашей компании. Как и почему вы занялись блогингом? Это вообще очень долгий разговор. Занялась я абсолютно случайно. Когда я закончила здесь университет, магистратуру, я не могла долго найти работу, и муж мне сказал, что он на моем месте, в общем-то, бы счастлив был не ходить на работу, и теперь я могу заниматься тем, что мне нравится. Значит, что мне же мне нравится? И, ну, на тот момент я подумала, что мне бы хотелось работать в журнале, который пишет про моду в теннисе. Ну, по типу как там Cosmopolitan или Vogue или Brighton Bazaar, такого плана, только про теннис. Ну и, естественно, такого журнала нет. Поэтому я решила сделать блог и посмотреть, насколько эта тема, ну, интересна, популярна, будут ли люди читать и так далее. Я сделала свой блог trendytennis.com. И поскольку я сделала этот блог, я начала... До этого я никогда не занималась блогами, и мне это не нравилось вообще. Я вообще никогда не думала, что я буду блогингом заниматься, что я вообще смогу писать для блогов. Ну, я сделала этот блог и начала читать статьи разных блогеров о том, как продвигать блог, как писать и так далее.
на разные темы. И одним из главных моментов, которые люди писали, это то, что блог должен быть на тему того, в чем ты очень хорошо разбираешься, в чем ты эксперт. Тогда это лучше всего. Ну и в то же самое время, когда это все происходило, я была очень активным участником нескольких групп ВКонтакте, которые были про Америку, и там люди задавали вопросы, и в числе других людей я тоже отвечала на эти вопросы. Я заметила, что я пишу очень огромные ответы там на, ну, как целый пост. И подумала, зачем же я пишу это в группе, если я могу это писать на своем сайте и просто давать ссылку. И так я создала сайт usadvice.ru, базируясь на советах в статьях о том, что писать нужно о том, в чем ты хорошо разбираешься. И начала писать мои первые статьи, это практически ответы на вопросы, которые были в тех группах. То есть я просто писала статью на тему вопроса и давала ссылку. И несмотря на то, что я совсем не раскручивала свой блог и писала намного меньше, чем я писала в своем теннисном блоге, он как-то становился все более и более популярным, очень много людей заходило, писали комментарии, писали мне вопросы, и я поняла, что этот блог намного популярнее, чем теннисный, и, в общем, начала заниматься этим блогом. И скажу сразу, с самого начала, когда я только создала даже свой теннисный блог, моей целью было это заработок на блоге через рекламу. Так что занялась я блогингом именно по этим причинам, по которым я рассказала. И позже уже я сделала видеоблог этот, который вы сейчас смотрите, намного позже. Просто потому, что я даже не подозревала, что видеоблоги настолько более популярны, чем текстовые блоги. Но вот я сделала буквально когда своих первых пару видео, я увидела, насколько это более популярно, потому что столько просмотров на своем блоге текстовом я набрала, наверное, там, я не знаю, за год первый. Сколько я набрала там за месяц в YouTube. Поэтому таким образом я попала в блогинг. И, кстати, видеоблогингом я занялась благодаря Тимуру Таджидинову. Это он меня надоумил после того, как я послушала его вебинар про YouTube. Так что такая моя история блогера. Следующая тема про мою семью, вопросы про семью. В одном из прошлых видео я видела мальчугана в квартире, это сынок. Вряд ли у меня было видео в квартире, но, наверное, вы видели видео в Йосемити парке. Это мой брат, они с мамой приезжали в гости, мы ездили в парк, так что вы, наверное, видели его. Ему 11 лет, он живет в Киеве. Хотели бы вы, чтобы ваши родственники жили рядом с вами? Почему? В первую очередь, я бы хотела, чтобы мои братья учились в Америке, в нормальных университетах, хороших. Насчет того, чтобы мои родственники жили рядом, ну, хотела бы, в принципе, но не так, чтобы это прямо было в одном городе. Ну, если бы они жили в каком-то другом городе или штате, наверное, было бы лучше. Хотя меня, в принципе, не напрягает то, что мои родственники живут в Украине, и я не считаю, что это слишком далеко. Можно сесть на самолет, полететь, и будешь там в тот же самый день. Так что, в принципе, мне нормально. В какой компании работает ваш муж и чем он занимается? Мой муж работает в компании Coherent. Это одна из самых крупных компаний по изготовлению лазеров. Он инженер-механик, он работает в департаменте, который занимается научными лазерами. Они делают лазеры для университетов, для испытаний, которые университеты делают. Сколько лет вашему мужу? По фото видно, что он старше вас намного. Мой муж меня старше на 9 лет, и, честно говоря, я не считаю, что это много. Потому что, когда мы познакомились, ему было 26 лет. Поэтому, не знаю, мне нормально. Не возникало ли у вас желание забрать родителей к себе? В принципе, мои родители не хотят переезжать. Поэтому, если они захотят, я их заберу. Но насильно я их заставлять не буду. Ну и, как я уже сказала, я надеюсь, что мои братья будут учиться в США, но, опять же, не знаю, произойдет это или нет. Почему ты не взяла фамилию мужа или девичья только для интернета? Потому что у моего мужа русская фамилия, а русская фамилия с армянским моим именем никак не будет сочетаться. Поэтому, это не звучит, не будет совсем звучать, поэтому я оставила свою фамилию. Кроме того, я очень люблю свою фамилию, потому что, ну, как по мне, она красиво звучит, и к тому же еще и довольно знаменитая, поэтому
Мне моя фамилия нравится. Следующая тема — ответы на вопросы про мою жизнь. Самая длинная тема. Как у вас зародилась мысль переехать в Америку? Причина переезда и тяжело ли вам было при переезде и адаптации? Скажу сразу, что я никогда не хотела переехать в Америку. И когда я училась в университете, моя одногруппница выиграла грант и ездила на год учиться в Америку. И я тогда думала, вот если бы был какой-то грант там для учебы в Великобританию или Австралию, я бы с удовольствием поехала. Вот в Америку как-то я не хочу ехать. Вот почему только гранты есть для учебы в США? Переехала я в Америку, потому что мой муж выиграл грин-карту. Ну, на то время мы еще не были женаты, и он переехал в Америку. Поэтому как бы у меня особо выбора не было. Тяжело ли мне было при переезде и адаптации? Нет, мне было абсолютно не тяжело. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что у меня не было проблем с языком, и с тем, что мне было куда ехать. У мужа уже была работа, то есть я не ехала на пустое место. У меня тоже были деньги на учебу, поэтому, наверное, с этим связано. Во-первых, язык, а во-вторых, что ты не начинаешь совсем-совсем с нуля. Наверное, поэтому было легче, чем большинству людей. Сравните уровень жизни в СНГ и в вашем штате лично для вас. Значит, лично для меня. Уровень жизни в Украине лично для меня был выше, чем то, как я живу здесь. Ну, те, кто жили с родителями, наверное, меня поймут, потому что когда ты живешь с родителями и ни за что не платишь, получаешь только зарплату и тратишь ее на себя, то, естественно, тебе живется лучше, ну и денег у тебя больше, чем когда ты уже зарабатываешь сам, живешь сам, и нужно и за квартиру заплатить, и за еду, и так далее. Поэтому лично для меня в Украине уровень жизни был выше, но я, ну, довольна и не жалуюсь на свой уровень жизни в США тоже. Тяжело ли было уехать от родных и друзей на другой конец света? Нет, мне было абсолютно не тяжело уезжать, наоборот, я хотела уехать, отдохнуть от всех, так сказать. Поэтому я была даже рада, в общем-то, что я уезжаю. Ощущаете себя американцами? Когда мне задают вопросы про американцев или говорят, что там вы никогда не будете американцами или еще что-то в этом роде, я не всегда понимаю, что имеется в виду. Американцы кто? Люди с американским менталитетом или люди, которые полноценной жизнью живут в США? Я не совсем понимаю. Американцами мы себя ощущаем с той точки зрения, что мы полноценные жители США, мы пользуемся всеми теми же благами, как и все американцы. У нас есть точно такие же условия жизни и возможности и так далее. Именно касательно американского менталитета я не знаю. Думаю, что не до конца он у нас американский, не знаю, станет ли он когда-то. Хорошо это или плохо, тоже не знаю, но тем не менее. Поэтому не знаю. Я себя, в принципе, не ощущаю иностранкой, скажем так. Ко мне не относятся как не к американке, скажем так. Поэтому, наверное, да, ощущаю. Ностальгия посещала тебя? Как часто ездишь на Украину? Честно говоря, нет. Меня ностальгия не посещает. И на Украину я езжу, грубо говоря, раз в год. В прошлом году вот я не была, до этого я каждый год ездила, и в этом году, наверное, тоже поеду в Украину. Что дала тебе Америка, за исключением материальных благ? За что ты можешь благодарить эту страну? Могу, наверное, благодарить за то, что благодаря Америке у меня очень поменялись взгляды на жизнь, вообще жизнь моя поменялась в лучшую сторону, как я считаю. Очень многое во мне изменилось, в лучшую сторону тоже, поэтому больше благодарю Америку за то, что она как-то повлияла на мою жизнь в положительном русле. По 10-бальной шкале, насколько комфортно тебе здесь живется? Ну, если брать, например, 1, что это вообще там нищие люди, которые еле-еле живут, и 10 там миллиардеры, то, наверное, я бы сказала, что я живу где-то, наверное, на 7, я думаю. В общем, есть еще куда расти. Собираешься ли ты остаться здесь навсегда или в перспективе все же переехать обратно?
Обратно я точно не собираюсь переехать, но и не могу сказать, что я собираюсь остаться навсегда, я не знаю, я не планирую так надолго. Я, в принципе, вижу возможность, что, может быть, мы когда-нибудь переедем в какую-то более спокойную страну. Может быть, когда мы выйдем на пенсию, например, мы переедем в какую-то более спокойную страну. Я не знаю. Ну, я не вижу проблем с этим. Будет это или нет, я тоже не могу сказать. Но я обратно я не собираюсь. Уехать куда-то в другое место вполне может быть. Но не в ближайшем будущем точно. Что бы ты хотела поменять в своей американской жизни, быту, окружении? Наверное, хотелось бы больше иметь времени для общения с людьми, потому что мне в Америке больше всего не хватает времени. Есть ли у вас мечта, за которую стоит сражаться? Озвучьте, если не секрет. На данный момент моя мечта, чтобы поставить на ноги нашу компанию, и вот за это, в общем-то, мы и сражаемся, так что... Может, не такая высокая мечта, но, тем не менее, сейчас над этим работаем. Почему ты выбрал город Сан-Хосе? Чем он лучше в сравнении с другими городами, как Нью-Йорк, Чикаго? Я его не выбирала. Мой муж нашел работу в Санта-Кларе, и мы переехали сюда. В Сан-Хосе мы выбрали, потому что это было единственное место, где мы могли купить себе дом. Но мы всегда хотели жить в Кремниевой долине, потому что мы... всегда хотели свой стартап, а здесь это как бы самое лучшее место для этого. И Сан-Хосе, в Чикаго я не была, но я знаю, что там ужасно зимой, ужасно холодные ветра. Чем Сан-Хосе лучше Нью-Йорка? Практически всем он лучше Нью-Йорка. Не такой мрачный, не такой грязный, не такой стрессовый, люди более доброжелательные, поэтому Сан-Хосе мне намного больше нравится, чем Нью-Йорк. Были ли у вас в Киеве проблемы на национальной почве? Обзывали ли в школе, во дворе? И какой массовый характер это носило? И не являлось ли одной из причин для отъезда в мультикультурное общество? У меня абсолютно никогда не было проблем на национальной почве. Вообще в Украине... Я не знаю. Некоторые люди говорят, что у них есть проблемы в Украине на национальной почве. Я никогда с этим не сталкивалась. И я не вижу, что... Там это может быть настолько остро, как в России, потому что люди совсем другие в этом смысле. Вообще, мне кажется, в Украине из-за того, что там очень остро стоит проблема именно украинского языка, украинской культуры, там для самых таких националистов, если ты говоришь на украинском языке, то все, они как бы уже к тебе будут нормально относиться, кем бы ты ни был по национальности. Поэтому... Ну, никаких проблем у меня не было никогда на национальной почве. Где именно в Киеве вы жили? Просто интересный район, микрорайон. Я жила на станции метро Житомирская, это на Святошино, рядом с Борщаговкой. И поэтому, когда мне, ну, все пишут, что в Америке опасно и тут страшно ходить, мне смешно, потому что на самом деле, где бы я здесь ни ходила, тут не так страшно, как на Борщаговке по вечерам. И как на станции метро Житомирская по вечерам тоже. Как вы переехали в Америку? По учебе, по визе невесты? Я приехала по студенческой визе. Официально я приехала учиться, но поскольку у меня здесь был молодой человек, то, ну, подразумевалось, что мы, в общем, поженимся в будущем. Мечтали ли вы о переезде в Штаты, или это было абы как бы? Ну, я уже, по-моему, ответила на этот вопрос, что я никогда не мечтала о переезде в Штаты, и просто так получилось. Действительно ли, что дети — дорогое удовольствие в США? У вас с мужем есть мысли, когда должны родиться дети в вашей семье? Я бы не сказала, что дети — слишком дорогое удовольствие в США. Ну, естественно, поднимаются траты, если есть ребенок, но не так, что это не, прям невозможно завести ребенка. У нас есть планы, и, в общем-то, в ближайшем будущем, думаю, у нас уже будет ребенок. Посмотрим. Были вопросы, я не знаю, выписала я тут или нет, почему у нас до сих пор нет детей и так далее. Мы, когда поженились, вначале решили чуть-чуть пожить для себя. Ну, во-первых, купить дом, во-вторых, там, пожить для себя, попутешествовать и так далее. Так что, ну, мы не хотели заводить детей сразу. Ну, сейчас мы дом купили, так что посмотрим, что дальше будет. Скажите, пожалуйста, ваши первые впечатления по прибытию в США. Первое впечатление я... Сразу же, как я только приехала, мы поехали на Манхэттен в мой университет, мне надо было там зарегистрироваться. Я была в шоке, в неприятном очень шоке. Мне очень не понравился Нью-Йорк, Манхэттен мне очень не понравился.
и, в общем, с негативным таким впечатлением. Первое мое впечатление было негативное очень про США. Трудно ли было адаптироваться в другой стране, незнание законов, менталитета? Ну, я уже тоже частично ответила на этот вопрос. Мне было нетрудно адаптироваться. Наверное, потому что еще я училась в университете, и это все-таки тоже многокультурное такое место. Там менталитеты не только американские, абсолютно разные. И, ну, проблем каких-то особых не возникало с этим. В каких штатах вы жили и почему остановились на Калифорнии? Мы жили только в Нью-Йорке и в Калифорнии. Остановились на Калифорнии, во-первых, потому что здесь прекрасный климат, намного лучше, чем в Нью-Йорке. Для нас, по крайней мере. А во-вторых, потому что мы всегда хотели жить в Северной Калифорнии из-за того, что здесь стартапы. Любите ли вы животных? Познакомьте нас с нашими питомцами, если таковые имеются. Животных я люблю, но питомцев у меня нет. Поэтому познакомить не могу ни с кем. Расскажи, пожалуйста, про то, почему ты решила переехать в Америку, как выбирала вуз, как поступала и вообще начинала американскую жизнь. Спасибо заранее. Решила я переехать, как я уже сказала, потому что мой муж переехал. Выбирала я вуз. Я, в общем-то, я про это рассказывала, когда давала интервью Михаилу Портнову, на самом деле. Я выписала список вузов, в которых была моя специальность, которая меня интересовала, заходила на сайты каждого, смотрела. Ну, выбрала там штук 8, куда я подала, в конце концов, документы. То есть я выбирала таким образом. Ну, из всех я там отсеяла, которые не подходили, и оставила те, которые мне подходили. Как давно ты живешь в США? Уже был, кажется, такой вопрос. 5,5 лет я живу в США. Сколько времени понадобилось на адаптацию? Я довольно быстро адаптировалась, так что не могу даже сказать, честно говоря. Хотела бы ты всю жизнь прожить в США? И да, и нет. Как я уже сказала, возможно, в далеком будущем мы куда-то и переедем, я не знаю. В принципе, я не против всю жизнь прожить в США. Как и не против куда-то переехать. Поэтому мне все равно. Из какого ты города в Украине? Я из Киева. Расскажите, пожалуйста, про город, где вы живете, какие там налоги, что там есть по сравнению с другими штатами, а чего нет. Что разрешено у вас, опять же, по сравнению с другими штатами. Расскажу очень кратко, потому что тема огромная. Сан-Хосе, неофициальная столица Силиконовой долины, третий город по величине, по количеству населения США, больше, чем Сан-Франциско. Третий после Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Налоги здесь большие, как и в Калифорнии, в общем-то, везде. Что там есть по сравнению с другими штатами? Ну, сложно сказать, честно говоря. Хорошая погода есть по сравнению с другими штатами. Ну, работа по там, в IT-технологиях и ну, другого плана работы. Что разрешено, а что нет, тоже сложно сказать. Ну, опять же, смотря с каким штатом сравнивать. Хотела бы узнать о вашей жизни в Украине до переезда в США. Ну, об этом я тоже уже как бы сказала в ответах на разные вопросы. Я училась в университете в Украине, потом работала чуть-чуть. В общем-то, ничего такого экстраординарного не было в моей жизни в Украине. Насколько хорошо вы знали английский, когда приехали в США? Ну, учитывая, что я приезжала учиться в университет, я очень хорошо знала английский. Тем более, что это как бы моя специальность. Я училась 5 лет. Учила английский 5 лет в университете. Как долго вы играете в теннис и состоите ли вы в каком-то теннисном клубе и сколько это стоит? Играю я в теннис очень долго, еще с Киева, лет 16, наверное. Но играю я как бы далеко не суперпрофессионально, конечно. Состою ли я в теннисном клубе? Я состою в фитнес-клубе, в котором есть как бы теннисное подразделение, и я состою в команде этого клуба. Но не обязательно быть в теннисном клубе, чтобы играть, ну, там, в соревнованиях, например, да, взрослых. Стоит это, нужно быть членом USTA, это американская ассоциация тенниса. Это, по-моему, $52 в год или что-то в этом роде. Плюс, если вы в команде, то там это около $25 за сезон.
Плюс, если вы в теннисном клубе, тогда нужно еще платить membership в клуб. Ну, сколько там членство стоит в месяц, я не знаю, в зависимости от того, где. А если вы просто играете там, здесь в парках, например, или в школах есть корты, то тогда это, ну, бесплатно получается. Тогда вы платите только за команду и за членство в USTA. И последний раздел вопросов, который я назвала «Мои взгляды и мнения». Смотришь ли ты каких-нибудь влогеров на YouTube? Расскажи, какие твои любимые каналы, если таковые имеются, и за что ты их любишь. Смотрите ли вы видео бьюти-блогеров? К стыду своему, я очень мало смотрю каналов на YouTube. Один из каналов, который я люблю, это канал Михаила Портнова. Потому что на самом деле он так интересно рассказывает, что и полезные вещи, даже для меня, несмотря на то, что я, в общем-то, живу там же, где и он живет. Но очень много интересных и полезных вещей, поэтому я очень люблю слушать этот канал. И я еще подписана насчет бьюти-блогеров. Я не смотрю бьюти-блогеров постоянно, но я подписана на, не знаю, как называется ее канал, Cara Emily. Я как-то попала на пару ее видео, и она бьюти-блогер, но она часто также делает видео об одежде, о моде. И мне понравилось как-то ее парочку видео, я подписалась, и время от времени как-то я попадаю на ее видео, смотрю. Ни на кого другого из бьюти-блогеров я не подписана. Естественно, смотрю время от времени другие блоги про США, просто чтобы посмотреть, о чем люди говорят. И, естественно, подписана на блог своей сестры Гаэне, уроки французского языка. Какую музыку вы слушаете? У меня нету какой-то любимого стиля в музыке. Я, в общем-то, слушаю все, что мне нравится. Под настроение, что подходит. И, ну, если мне просто нравится какая-то песня, то я ее слушаю. У меня нету какого-то любимого стиля. А верите ли вы в Бога? Да, я верю в Бога. Нравится ли вам вести видеоблог? Да, мне очень нравится вести видеоблог. Как ты относишься к людям, которые винят Америку во всех бедах в своей стране? Ну, отношусь, в общем-то, с сочувствием и сарказмом, потому что, ну, жаль, честно говоря, таких людей. Как относитесь к тому, что происходит на Украине, Майдан и прочее? Отношусь, ну, у меня смешанные чувства. С одной стороны, конечно, приятно, что украинцы — это не просто какое-то стадо, которое сидит и жует все, что им скажут. И люди имеют свое мнение и могут его отстоять. И если их нагло обманывают и обещают одно, а дают другое, то они могут за себя постоять. Это, конечно, очень приятно. Как я отношусь к тому, что там происходит? Конечно же, это ужасно. То, что там сейчас происходит, и то, что людей убивают, и вообще творится какой-то кошмар. Я надеюсь, что это скоро закончится, потому что долго так продолжаться не может, и надо этому поставить конец, в конце концов. Я надеюсь, что понесут наказание все, кто за это ответственны. В скобочках читайте те, кто сейчас у власти. Как у вас в США освещаются события в Украине и какое ваше внутреннее отношение к событиям на Майдане? Возможно, у вас остались знакомые в Украине, вы от них узнаете о наших волнениях. Я, конечно же, узнаю о ваших волнениях. Моя сестра живет как раз в центре, на Прорезной, как раз там, где Майдан. Поэтому она каждый день все видит, все, что там происходит. Ну, естественно, у меня родственники живут в Киеве тоже. Как в США освещаются? Значит, на обычных каналах вообще я ничего не могла найти. Когда это даже это все началось, здесь на национальных новостях не показывают вообще мировые события. Но я поискала, и я нашла международные каналы CNN International, BBC World. Ну, если говорим про Америку, BBC я отмету, да, это как бы Великобритания. CNN International, значит, ну, в общем-то, они так говорят. Они говорят это все с точки зрения, с одной стороны, с точки зрения того, что это для Америки дает или не дает. То есть они постоянно, когда они делают репортаж, они еще подключают журналиста из Вашингтона, который говорит точку зрения того, что это для Америки. И они, не скрывая, они говорят, что для Америки, естественно, лучше, чтобы Украина пошла по пути с Европой. Но сейчас главное то, чтобы там прекратилось вот этот весь кошмар, прекратилось кровопролитие.
они, в общем-то, не говорят как чьего-то мнения, они просто, чаще всего, они просто показывают включение, они показывают прямой эфир, что там происходит на Майдане, журналист говорит, что вот сейчас там происходит то-то и то-то, вот горит это здание, вот люди там жгут костры, там сегодня убито столько-то человек, такие-то жертвы, то есть, в общем-то, они просто говорят какие-то факты, они не говорят мнения, и они говорят просто вот, что происходило, что... Ну, что всему этому предшествовало, да, там в ноябре то произошло, в декабре, и как это, что, к чему привело, и что сейчас происходит, что на политике там пытаются решить, кто кому звонит, кто к кому ездит, что обсуждают и так далее. То есть какого-то такого вывода и мнения они не говорят. Просто говорят, что происходят какие-то факты определенные, говорят. Смотрите ли вы какие-нибудь сериалы? Нет, сейчас я вообще сериалов не смотрю. Последний сериал я смотрела, наверное, когда в Украине еще жила. Посоветуйте что-нибудь почитать, что вам больше всего понравилось на английском и русском. О, мне на самом деле много чего нравится, поэтому не могу даже что-то одно посоветовать. Но если возьмем художественную литературу, например, то советую почитать на английском. Полезно будет почитать. Я люблю очень Хемингуэя и Селлинджера, и на английском их очень легко читать. Даже если вы не очень хорошо знаете английский, потому что они очень легко пишут. Просто. Поэтому советую их почитать. Ну и на русском, из того, что я последние книги, которые я прочитала, это был Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества». На любителя, конечно, но может кому-то и понравится. Мне понравилось лично. В чем смысл жизни? Философский, конечно, вопрос, но, как по мне, смысл жизни в том, чтобы принести пользу в этой жизни. «Make difference», как говорят на английском языке. Сделать что-то, чтобы осталось что-то после тебя, ну, что-то, что ты изменил в жизни, там, для своей семьи или еще для чего-то. Как вы считаете, где было бы лучше вырасти ребенку, в какой-то стране СНГ или в США? Я считаю, это мое мнение, однозначно в США. Чем отличаются не по внешности американцы от украинцев? В первую очередь отличаются менталитетом, и здесь очень много моментов. Это как образ мышления, так и то, как они, ну, отношения между людьми и так далее. То есть менталитет, отношения и то вообще, как люди живут и как они считают, ну, как должно быть. Американцы более самостоятельные и индивидуалисты, чем люди в Украине, и здесь больше люди рассчитывают на себя, чем на кого-то, в то время как в Украине все еще, к сожалению, люди надеются, что кто-то им что-то сделает, и, ну, уже, к счастью, все больше и больше людей понимают, что надо всего добиваться самим. Какую последнюю книгу вы прочли? Ну, частично ответила на этот вопрос из художественной литературы. Последнюю книгу, которую я прочла, был Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества». Из нехудожественной литературы я сейчас читаю Personal Finance for Dummies. Так что вот, что сейчас я читаю. Что для вас важнее, семья или карьера? Однозначно для меня важнее семья, и вообще карьера для меня не важна. Мне намного приятнее заниматься тем, что мне нравится, чем именно вот чисто ради карьеры идти и там на работу или еще что-то делать. Поэтому... Если выбирать между карьерой и семьей, я выберу семью и занятия тем, что мне нравится. Спасибо всем за вопросы. Я надеюсь, что я не пропустила ни одного вопроса. Если вдруг я что-то пропустила, то напишите, я вам отвечу в комментарии. Надеюсь, вам видео понравилось, и вы узнали обо мне много нового. Я, может, еще буду делать подобные видео. Может, я сделаю видео про факты о себе или что-то в этом роде, если вам, конечно, интересно. С вами была Шушаник, автор блога usadvice.ru, все про США. Если вам нравится мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и встретимся в новом видео. Всем пока!